Меня зовут Оров Александр, мне 36 лет. В 2008 году я закончил Щукинский театральный институт у Юрия Николаевича Погребничка. Работаю у него в театре около Дома Станиславского. За это время мы выпустили примерно 20 спектаклей. В кино снимаюсь тоже примерно с этого времени, с 2007 года. Есть главные роли, есть роли поменьше, есть сериалы, полный метр, короткий метр. Мой рост примерно 1,82 м, вес колеблется от 70 до 78 килограмм, в зависимости от необходимости, я его увеличиваю, уменьшаю. Очень люблю музыку, у меня есть несколько музыкальных проектов, коммерческих и некоммерческих, в которых я участвую. Говорю на нескольких языках, вот в последнем фильме, например, думаю, что это будет у меня в шоу-риле, вы можете увидеть, да, я говорю по-немецки, по-французски, по-латышски. По-английски я тоже, в общем, говорю очень хорошо, и даже говорят, носители говорят, что у меня очень хорошее произношение. Это все обо мне, буду рад поработать с вами, всего доброго.